Хибакападе баба краб. Ильяшка Крачковская Фильмс представляет. Совместно с Trash Pictures. Расскажу вам историю, от которой кровь стынет в жилах. Хозяин, проснись! Яков! Сколько же я спал? Всего-то 10 дней! Болван! Идиот! Забыл, хозяин! Болванный Яков! Идиот! Я же просил разбудить меня в новогоднее темностояние! Прости, хозяин! Тише, тише, Яков! Успокойся! Запрягай коней, Яков! Едем на охоту! Там, хозяин! Коней больше нет! Где же они? Не осталось! Теперь все ездят на машинах! На машинах? Что это такое? Сколько я спал, Яков? 100 лет вашества! Перепутал, забыл! О, ладно! Господи, за что? Точно нужна кровь! Хозяин, до новогоднего темностояния есть еще 3 ночи! И чё? Как чё? А, точно, кровища! Веди меня на бал, Яков! Напьюсь кровушки за 100 лет! Устрою, все устрою! Смотри, хозяин, как все изменилось! Да, изменилось! Люди теперь передвигаются на машинах! Живут в отдельных квартирах! Мне нужна кровь! Веди меня на бал! Балов больше нет! Есть только вечеринки! Погнали на вписку! Будет сделано, мастер! Смотри, приехал я с капталом, привез мне хороший винишко, хороший, сейчас мы можем ему распить. А что ты говорил про своего деда из Танцельвании? Я ничего не понял по телефону, слушай, решил приехать сам разобраться, что здесь вообще происходит у вас. Слышу такие новости, жучище какое-то, черный плесень, вах, откуда это все? Приветствую, Фрунзик, тебя. Я тут как раз пересматриваю наш семейный фотоальбом. Вот ты маленький ходишь, вот побольше, вот с мамой. Почему на тебе это? О чем ты спрашивал о деде? О деде.
дед мой Фрунзе был Ван Хельсинг. Боролся с нечестивыми и с самим сатаной. В Трансильвании ездил был, забугорный дед. И я его кровей тоже. И, видать, и мне предстоит это с моими наблюдениями. Вай, прищи, что говорить? А какой вампир, какой дед, какой Трансильвания? Слушай, в Ивангрузии никакой Трансильвании нет нигде. А что ж ты, Фрунзе, скажешь мне на вот эти вот доказательства? О, прочту тебе пару строк. Нашел неистовый и бледный, с клыками, да не с уразными глазами, что красны были, как дьявольские огни пламени. Плечи, диву. Да покусал он шею всех нечестивых, точнее святых, которые были. Так что ж ты, муза, уважайся, сходи за бургундским. Вот тебе сущий денежка, а с меня вот будет. А дело хорошее. Хороший попка, слушай, их какой! Очень долго нет, слушай, уже жду ее, вот сколько уж пельменей съел уже, слушай, очень долго нет. Ай, смешно. Слушай, Ваня, потом ее поищем уже, не могу ждать уже. Давай, пойдем, но на всякий случай я возьму все меры предосторожности. Вай. И дневник, и... Смотри. Церковные барахолки купил себе. Ты это с тобой что наденешь, что ли? Конечно. Я с тобой не пойду. Слушай, у меня начинается какой-то акцент кавказский, когда я с тобой разговариваю. Пойдем и поищем. Смотри, Фрунзе, это шлюха. Давай, давай, Сердце, Фрунзе. Вот так! Обязуюсь избавить мир от всего негодного! Бесчестного этого нечестного! Кинжал Фрунзе, где он твой? Он все принтой девушка! Я выпил, хоть и хватило, чтобы набраться сил. Для того, чтобы набраться сил, мне нужно выпить слез цыганки. Мне нужна слеза цыганки, болван! Улица, да. Болван, слышишь, что я говорю? Слышу. Вперед, Яков, выполни волю хозяина. И не забудь про бал! Я же цыганку-то найду, господи! Быстро, я сказал! Да, слушай! Слушаюсь, хозяин! Кажется, унюхал одну! Thank you.
найти этого вампира, который покусал весь... Он может покусать весь город. Он заведет свою зловещую барду, и все станут вампирами, Фрунзик. Как же ты найдешь его? Как ты найдешь? А вдруг он превратился в летучий мышь, в метро улетел, летучий мышь, как-как-как? Фрунзик, не будь таким астрологом. Мы можем найти его так, в Википедии написано. Я мы его берем. Хотя что угодно. Мы можем найти его через цыгани. Они знают, как им ограбить. Слушай, не перебивай меня. Они точно тянутся к вампирам. И вампиры к цыганам. Они взаимосвязаны. Слушай, если у меня есть одна знакомая цыганка, я с ней когда на базаре пошел покупать вот это, ну понимаешь, я с ней познакомился. Мы можем к ней сходить, она может помочь тогда. Все, Иван, решено. А что, если я знакомый цыган? Едем к Пипике. Да, там и имени. Нечисти нету, все чистые ходят, одни чистые люди ходят. Чистый я, старинный мракоборец, а это друг мой, Иван Хельсин. Очень приятно, Витика. О, Роман, вы подходите, почему? Пойдем. Ты такой нерасторопный, фу. Ха! Витика, мой дед, тот самый знаменитый Иван Хельсин. Мракоборец, мы к тебе с таким делом, что в городе обнаружился вампир. Этот вампир, я приехал с Кавказа, этот вампир, значит, он девочка, бабушка, ее вот шею выпьем, мы заходим, ты что, а у нас она кровь хочет тоже выпить. Можешь помолчать, Фрунзик, я веду следствие. Вот, посмотри, может быть, что-нибудь ты нам интересное скажешь. Палец от вампира, которого мы... От мухи палец, ее неделю мы отрезали. Да, это старинный вампир. Старинный? Ни одной кровинки не осталось. Видите, как все высосал? Кровопийца, слушай, кровопийца. Ничего необычного, конечно, первого. Чувствую, захочешь у нас найти свои силы в день всенастояния. Чем настояние? В настоянии, что она говорит? Слушай, ничего не вычитано у меня про это. Расскажи поподробнее. Когда нечистые силы обретают силу и власть над обычными людьми. Обычными. В старое время этот день называли ВДВ. ВДВ? Какой ВДВ? Что же нам делать, Фифика? Что нам делать? День Бурдалака, дочери Грязевула. Это старинный праздник нечистых сил. Ты что же нам делать, Фификочка? Может быть, карты что-нибудь? Скажет нам что-нибудь, как-то. Изгласят путь наш дальнейший. Что они делают, Ваня? Старинный цыганский. Карты показывают, этот вампир ваш. Старинный вампир барон Зубов. Зубов? Не слыхал. Известный вампир кровопийца в вампирских кругах. Давно о нем ничего не было слышно. Он ищет, где высосать силу. Каким может, представляешь? А что же будет, если он напьется крови? Хороший вопрос. Все может быть. Он даже может стать президентом. Президентом! Или создать свою собственную партию в воздушных округах. Как так? Я не планировал. Хрундик! Опять мы сейчас его зарыли! Кинжал у меня с тобой! Нужно, что нам нужно? Как с ним бороться? Ага, он ищет путь пробраться на вечеринку и напиться кровью. Фрунзик, мы должны устроить ее на вечеринку.
Поборем этого беса ада, загоним его обратно в его бездушные бестиарии и заставим вечно там полыхать в огне ада. Пойдем, двинем. А если у нас ничего не получится? Не думай об этом, все получится. Нам здесь цыганка, есть дневник деда, распятие и куча святой воды, которая у меня, ого-го-го. А мы кинжалами хватит тыкать, друзья. Осветим кинжал, сделаем ему осиновую ручку. И осиновый, я хочу колоть осиновый. Давай, осиновый. Устроила, хозяин будет доволен. Пусть золотом оплатит, как обещал. Вот твое золото. Золото, золото. Ау! Ты что делаешь, болван? О, привет, Марфа, да. Это я, Иван. Приходи к нам на вечеринку, возьми своего Петра и Василия, и еще всем звони. У нас будет мега пати. Ерема, привет. Ерема, все, тащи всех своих подружек к нам на вечеринку. Да, большая вечеринка. Попульщик, да. Подружек. Да, Елизавета вторая, да. Угу. И грузин будет, с молотком, конечно. Угу. Ну все, давай. Смоки пши. Ваня, а ты умеешь, что этот хуй зубы почти придет сюда? Грузик, дорогой, успокойся. Еще не один вурдалак, да не только вурдалак, человек никогда не отказывался от халявной жратвы. Все придут, все. Тем более мы позвоним Ереме. Ереме. Слушай, а цыганка точно она уверена, что этот Зубов хочет хорище вас? Цыганки не могли напортачиться. Они знают вампиров, они знают, что они любят тусовки и кровище. Нужна кровище, нужна такую кровище, все будет течь где кровище. Нет, ай, ладно, слушай, говори, ладно, хорошо, я согласен. Ну, там Зубы его этим были молотковым. Молотком. Чеснок заготовили, бурины заготовили, все заготовили. Слушай, а пиво можно поливать вампиры? Да, пиво полив. Нет. Это только придает им силы. Не будь я, Ваня Хельсин. И я, Фрунзик, отдали кинде. Ой, понятно, черепаш не верит, пока нет. Ой, как вот это рада. Это будет почему мальчик. Мы даже туда приехали. Ой, да. Может, ты готова? Да. Ты готова? Давай, ладно, давай, на удачу. Давай, на удачу. А на удачу. Все хорошо. Давай. Мне кажется, здесь что-то не то. На всякий случай, припас святой воды. Это же люди, девочка, вообще. Ой, это вода еще людей.
талисманы попротивившие целых вещей. Посмотри на этого типка, к которому они отошли. Подачки, он очень подозрительный, мне кажется. И он поглядывает смертельно на святую вору нахуй. Барон Безуба. Не думаю, Бронзик. Не в том, что он мелковая. Может быть, я с ним тогда поговорим? Надеюсь, разъясни, а я пока все посторонний. Давай, надо зимой пока. Привет, красавчик. Привет, капли на лаву. Нет, а меня зовут Бронзик. Капли на лаву. А мой синица, я на Кавказе, великий мракоборец, знаешь, сколько я нечисть покарал. Вот, между прочим, вот этим вот кинжалом покарал их всех вот так вот. Ты зачем кинжал бросать, а? Я хочу тебя! Я хочу тебя съесть! О, Господи Иисусе! Фрунзик, Фрунзик! Это что, наши врачи? Это кровь, Фрунзик! Никакой не лимонад! Остановись, отродья! Сима, сатани, умри! Умри! Это отродья, Фрунзик! Фрунзик, я! Так что, Фрунзик, а на что вы отвечаешь, Фрунзик? Очевидно, Фрунзик. Привет! Привет! Давно меня не было! Но в эту ночь в настоянии верну свое величие! Нет! Я хочу свежий! А тут одни бурдалаки! Я вижу опять это отродье! Ветер! Сюда! Уйди, нечисть! Гинь! Гинь! Ой, как это парадное! Урка, отробуй, это отоброс! Вот и воткнул я! Вот иди! Я Иван Хельсин! А я Фрунзик! А мне пофиг! Ну, Сюси, я сейчас тебя заколю кинжалом! Помоги! Возьмите его, Яков! Помоги! Я вырежу твое сердце! Не посмеешь мне! Не посмеешь мне! Помоги! Кто? Яков! Я убью тебя за Якова! Ха! Не получишь, не подпишь! И никого очень сильный! Помоги! Я убью живых! Что же нам делать? Он очень сильный! А, твоя смерть отсюда! Будет ждать каждую нечистую силу, которая ведет ее в наш мир. Я защитник всего святого и справедливости Иван Хельсин. И мой соподвижник Фрунзик, а то не кризис. И
Пиво! Пипика! Мы еще отомстим! Ран зубов перед Госка. Ван Хельсин Сомин Брия. Фрунзика Шпайт Мендера назначил. И Пика Стэнси Дёсник. И Куб Яма Текс Дёсник. И Холл Рассказчика Марк Цапля. Муся и Рен Зак. И Несси и Лиза Пилосмоа. Марго Глашу Волчья. Оператор Саша Бровяков, спецэффекты города Панкмина, сценарий, кинокомпания «Бабы Краб» и Лев Кудрячковский фильм с однозначным. С Новым годом!